Как всем привет, дорогие друзья, с вами был взрослый детство, ведущий Дрон. Сегодня у нас очередная порция мафии. Всем спасибо за ваше присутствие, за вашу поддержку, ребят, за ваше внимание, компанию, которую вы составляете мне. На премьерах не всегда мне получается на них попасть, но спасибо огромное, что вы приходите. На стримчиках рад со всеми поболтать. Захожу тоже по возможности в гости к вам. Смотрю ваши ролики. Все молодцы, все красавцы и красавицы. Ну, ребят, не будем тянуть кота за причинные места. Продолжаем. Мы остановились на 10 главе. Обслуживали номера вроде бы. Вот. Мы доехали в подземный гараж. Сейчас мы будем пытаться проникнуть в здание. Вот, попробуем. Попробуем сегодня сделать обслуживание номеров. Тогда, тогда с этого момента мы и начинаем. Погнали. Так, короче, надо найти форму. О, черт, закрыто. Этот козел должен был открыть ее. Теперь будем тут торчать и надеяться, что она пялится. Мать. А другого пути нет, что ли? Можешь попробовать, а я тут подожду на случай, если этот кретин заявится. А подожди, ленивая тварь. Нет? А что делать-то? Куда? Бежать? Так, проберитесь внутрь, найдите форму. Я понял, а как туда? Хорошо. А можно и так, да? Подкат, нет? Я же не могу вот отсюда залезть, как этот он, как Витя залез. А, через этот. Вадим, хорошо, погнали. Проберитесь внутрь. Простите, сэр, вы постоялец? Да. Эй, видишь, Тиналяу? Ну, и где он? Так, У него вид наперекор. Но... У него вид наперекор. Но... Ну, баран тягнул. Так, надо как-то форму взять, да? А как я ее? Ну, баран фигнул. Стираешь что-то. А, открыть дверь. Давай. Так. Вам нужна форма борщика, чтобы ходить по гостинице. Блин, ну я понимаю, что мне нужна форма. А где ее взять? Может, надо кого-то усыпить? Еще минута, и ты бы даже на свои похороны не успел. Во, хватит уже. Пошли отсюда. Вот видишь, все под контролем. Пошли, форму заберем. Так, хорошо. Надеюсь. Ну что, погнали. Переодеваемся. Вот такой у нас еще формы не было. Вида, и еще. Вот, надень. Совсем чем? Охренел. Так нас не узнают. Надевай. Класс. У вас ус отклеился. Спасибо. Поехали. На 18 этаж. Сюда. Идиоты, уберите этот бардак. Какой бардак? Ты чего? Мыть пол. Вам что, уши заложило? Сюда, кому говорю. Мы можем... Уберите эту дрянь, ну? Или кто-то поскользнется и шею сломает. Вторец может его стукнуть разок. Да уж. Пошли, быстрее. Ух ты, блин. Эй, вы! Кто-то поскользнул. Шагом марш. Эй, Ричи, пошли с нами. Ух ты, пырь, блин. Вахупырь, я это да запомнил. Да это же Генри! Ну да. Ладно, пошли наверх, пока он не вернулся. Так брось ты это бедро, на. А ну покажи мне, Вика, ну ты вообще... Погнали! 100 лет Генри не видел. Он совсем не изменился. Ага.
Надеюсь, он не успеет вернуться. Генри хороший парень, даже если работает на Клемента. Да, если он вернется. Даже не думай об этом. Я себя с этими усами идиотом чувствую. Да? А если мы на знакомых наткнемся? Так они нас не узнают. Очень, блин, надеюсь. Самое время. Где это вас носило? Кто-то что-то разлил в конференц-зале. Погнали. Кто-то что-то разлил. Что это и как оно туда попало? Просто идите и уберите. Я что, похож на уборщика теперь, че? Если все не будет сиять... Люди Клемента не должны узнать. Голова на плечах дорогая, вылежите все до блеска и убирайтесь оттуда вон. А кто-то шуршит тут мне по духу. Эти двое тут уберут. Беспорядок. Беспорядок? Этот. Вы двое, что надо? Что надо, блин? Один из парней тут был раньше. Он тут поскользнулся и упал. Понятно. Ударился головой. Кровь потекла. Раз пять или шесть. Так что теперь тут все в кровище. А у нас скоро начинается совещание. Так что уберите-ка все здесь и побыстрее, черт возьми. Ты честь упасть и удариться, подскользнулся. Вот козлы. Надо пол. Эй, успокойся, да? Они долго не проживут, вот и все дела. Так, ну помогите, да, Джо, помоги проделать тут дырку. Короче, это надо уметь так, чтобы упасть 5-6 раз удариться. Желтый? Понятно всем, как он это сделал. Синий — это плюс к плюсу. Красный запал туда. Минус синий. Тут на крест. Готово. Окей. Угу. Самое сложное позади. А как оно будет бубу делать? Так. Отмойте пятно. Хорошенько почисти. Мыть. Давай. Ну же, уроды, быстрей. Вот козел, ну козел, ну козел. Это ответишь. Кажется, все чисто. Хорошо, можете убираться. А что там слышишь? Красный. Ладно, говорит. Теперь пошли на крышу. Что, мне кажется, она сейчас узнает. Мы должны узнать вас. Я понял. Капец, они достали, блин, смотрят на меня, что он тут на клоуна похож. Или на уборщика. Опа. Погнали. Там сейчас на крышу, а с крыши потом что? Чё, когда, куда? Чёрт! Я не привык к такой физкультуре. Зачем тут настроили столько ступенек, а? Чтобы ты физкультурой занимался. Вита, Вита, постой, я кое-что забыл. Капец. Держи, это тебе. А что, просто там на стул? Всякий случай. А, это ну круто. Хорош, а? Кол 1911 с улучшенным магазином. Его 23 патрона, так что жри их быстро. И не потеряй. Во всем мире таких всего два. Спасибо. Не за что. Ладно, пошли уже к люльке, давай, пора. Вы оба! Вообще, блин, красотища! Господи, успокойся, ну, черт, так прижимай, парни, не нет, твою мать. Ладно, пошли отсюда. Ну, чем прокол? Ну, это как устрица. Стой, стой, зацени. Ну, и что делать теперь было? Открыть дверь, выбить дверь. Найдите люльку для мытья окон. Короче, надо их как-то этот, слышишь?
Надо их как-то, короче. Эй, ты какого черта тут делаешь? Проваливай! Черт! Мурита! Попал, придурок! Давай, придумай что-то быстрей! Ты что придумать? Перезарядку надо сделать. И это все, чем меня порадует? Что-то попал. Ты, блин, слышишь? Прикрой меня, Вита. Ух ты, блин. О, еще один отдал концы. Сейчас еще один. Еще один. Прикрой меня, Вита. Ту-ту-ту-ту-ту. Видаешь, как твоя сестра? Откуда? Откуда он стрелять? Сзади, да? Ну ты труп! Бери его скорее, лучше! Я лучше всех! Я не пойму, откуда он стреляет? Оттуда, да? А вот он. Вон оно. А типа что нет, тут пробивается где-то. Вита, погнали! Осторожно, там могут быть другие. Угу. Так, а патрончики собрать-то надо? У нас по-тихому не получилось. Мы по-тихому не умеем. Сразу расхотелось с тобой ссориться. Стреляешь, как моя сестра. Ты че ты такой дерзкий? Так, ладно. Ты такой дерзкий чувак. Ну ладно, тебе уже тут, ну поделись. Автомат дым не слышишь? А, у нас тут, короче, ничего нету, только. Во. Томми Ганчик. Вот это такой ништячковый подгон. Так, ладно, погнали. Нам надо люльку найти, да? Да какой небоскреб, честно, Человека-паука не хватает. Так, ну ладно. Ты. Ага. Блин. Ладно. Нет. Не берет. Давай. Ну высуни свою черепуху, блин. Так, какие... Раз, минус. Давай, придумай что-то быстрей. Блин. Собака, он за текстурой. Да ладно тебе. А еще там есть, да? Ну, давай. Опа, как получилось, интересно. Люлька для мытья окон, ты где?
Кнопки, смотри, интересные кнопки. Кнопочка. Нажми на кнопку и получишь результат. Вы, о, что чувак. Вы творите, а? Я еще окно не... О, черт. О, черт, прикольно. Господи, хорошо, только не стреляйте, я все сделаю. Фак. Молодец, руки за спину убери. Сидеть тут или лежать, как хочешь. Как тебе будет удобно, товарищ. Вот лента, свяжи-ка его. Давай мы свяжем, что не наделал, короче, глупостей. Считай, что тебе повезло. Остальные застрелили. Захочет спрыгнуть. Почувствует себя Человеком-пауком. Да и пойдет свободный полет. Закон... Ладно, залезай. За работу. Так, опустите люльку пониже, чтобы подорвать бомбу. Понятно. Хорошо. Так а как мы подорвем бомбу? Мы сами жахнемся с ней? Это, блин, что-то мне не нравится. Эй, сколько у нас кабелей? Хватает. Хватает? Это сколько? До крыши хватит? Конечно нет. Поднимемся на пару этажей и взорвем. А я-то думал, ты у нас умный. Что? Ты с ума сошел? А если нас накроет взрывом? Не накроет. Мы едва заметим. Надеюсь. Накроет. Если свалимся, я тебя прибью раньше, чем до земли долетим. Будет ты. Ребята, точно. Человек-паук не придет. На помощь. Отлично, вот и наш этаж. Берите Рита, скребок. Бери скребок и мой окна. Пусть думают, что мы рабочие, а я займусь проводами. Понятно. Ну, давай. Пошкребем. Они там сидят, что-то воркуют, воркуют что-то. Что все тут тачки, блин, да? Машины. Разные такие всякие. Отель такой, блин, крутой. Вообще, блин. И не посредине там, офигеть. И все. Готово. Давай чуток наверх. Капец, сейчас чувствую, ну, закроет. Рыбку ты уже съел? Да, прямо как часы. Кабеля нельзя, вот да, было прихватить, чтобы побольше до крыши хватило. Ну, просто Барбара, ты вообще красавчик. Эти кретины и не узнают. Иисусе, что за... Бог ты мой, что за чертовщина? Что за черт? Я не знаю. Она как рванет. Едва заметим, да? Ладно, ладно, пошли глянем. В Асус отпал. И чего я тебя вообще слушал? Клянусь, ты иногда просто полудурок. Фу! Что за... Чёрт! Господи Иисусе, я чуть на ботинки себе не отбил! Ну и разгром! Эй, прямо землетрясение! Какого хрена? Ой, чёрт! Вот везунчик. Капец, он ещё тут живой. Ах вы уроды! Вы чёрт, за это его нельзя заплатите! Упускать! Давай, Вита! Фу, да. Я же говорил, будет весело. Эй, ну мы ему устроили похохотать. Да, но дело-то не сделано, бейте. Двигай. Бить надо, короче, да его. Нет, я ни в чем не виноват. Нет! Ох ты, я ж забыл, он стол пробивает. Да блин, не очень-то хорошо. Не очень-то хорошо все началось. Эй, ну мы ему устроили похохотать. Да, но дело-то не сделано, двигай. Нет, я ни в чем не вина. Нет. Наверное. Да. Давай, покажись. Я захожу. Осторожно, застекаемся. Все, кабан! Уложи того с автоматом. Эй, вискать, дорогущий. Вида, погнали. Капец. Как у нас хотел с тобой стоить? Капец их. И это еще чем меня порадует? Вот это да. Капец.
пиццы, ребятки, сейчас тут будет весело. Эй, ну мы им устроили похохотать. Да, но дело-то не сделано, двигай. Нет, я ни в чем не виноват. Нет! Наверное, Мартин ему разбавил. Давай, быстро, пошли! Черт! Давай, покажись! По ногам, бей по ногам, чтобы он сорвал. И это все, чем меня порадует? Кто-то попал! Так, ну... Ну, где они? Надо выбежать, да, походу, короче. Осторожно, за стеклянной стенкой! Ложи того с автомата! Ты просто... Так. Неплохо, а? Так. Капец, красиво стенки, да, разлетаются. Так, ладно, экономим. Тут где-то хер должен быть, да, еще один. Так, не, подожди. Дай другую дверь, Вита, я справа. Мне что надо, этот? Патроны? Как это, без патронов? Во, патроны, так. А чё мы там одного типа, где он там остался, блин? Ух, это свистит. Ладно. Что-то мне как-то кажется. А мне сюда, походу, да, надо? Так. Ух ты, хат, ты как капец, какой дерзкий, блин. Встреча внизу! О, чёрт! Сюда, Вита! Там ты не пройдёшь! Мы чуть не расчехлили, блин. Правда? А я думал, дождь пошёл. Умник! Ни черта не вижу в этой воде! Я захожу! Чёрт! Чёрт, табак! Стреляешь, как моя сестра! Да. Как. Быстро, сэр! Быстро, мать, сэр! Гляди, опять ломится! Давайте, уроды! Я и вас что делать будем? Три, два... Так, это что еще такое? Уходите отсюда, мэр! Мы против вас ничего не имеем! Капец. А я чуть не нажал на спусковой крючок. Надо кнопку нажать, я забыл. Другой раз бери бомбу побольше, ладно? Но откуда мне было знать, что Клименте засел в сортире? Капец. Не засел бы, если бомба не рванула до срока. Несы, мы его достанем. Как обычно, что-то пошло не так. Человека знает, нет. Может, запор был или понос. Кто-то попал. Жесть! Я в армии так научил. Блин, еще палец порезал. На стик особо ты не так не нажмешь, что, да? Ну ты труп! Ты чё ты, блин? Откуда он там валит? Вон она. Вон она. Быстрее, чудо. Марти, там один! Сними придурка наверху! Ну, Петро! Тихо, там не только наверху. Стреляешь, как моя
моя сестра. Живее, Вита, пошли, надо спасать Марти. Ну да уж. Полез-то не туда, куда надо. Черт, еще один! Сверху! О, взять дробовик. Хорошо. Живее, Вита, пошли! Надо спасать Марти! Ой, как хорошо. Как хорошо. Это все, чем меня порадует. Патроны надо взять. Убей, у нас патроны не кончились. Тут я просто этот охранил я чуть-чуть. Осторожно, наверху! Я захожу. Черт, еще один! Сверху! Ну ты труп! Это совсем меня порадует! Кто-то попал! Так. Живее, Вита, пошли! Надо спасать Марти! Подожди, ты патрон нельзя забрать, да? Я захожу. Да что ж ты туда что? Не надо ж было тебе что идти, наверное. Я ж я говорю, туда, за угол встань. За угол встань, я говорю тебе. Осторожно, наверху! Ты просто супермен! Я просто знаю. Не придурка наверху! Все, шабан! А что тут за парковочку можно? Черт, играть вообще не умею! Взять журнал. Ух ты, боже мой, закрывайте глаза. А журнальчик-то не пропустили, да? Быстрее, Марти, там один! Да, шапка ему лишняя была, помешала. Так, Вита, все, Вита, Барбара. Живее, Вита, пошли, надо спасать Марти! Погнали, погнали. Вита, чисто сделки. А подожди, а как? Как так, нахер? Как так получилось, что он... пробил через этот нахер. Осторожно, наверху! Сними придурка наверху! Это меня порадует! Кто-то попал! Блин, тут вообще как-то тогда получилось. Быстрее, Марти, там один! По красоте. Я захожу! Ну ты труп! Давай, быстро, пошли! Тебя парни так научили? Да. Я лучше всех! Вот ты красавчик. Ух ты. Ух ты, ему вышли из бухты. Ты же вроде бы крутой. Есть. Так, это хорошо. Твою мать! Вать, не надо мою мать трогать. Вот что-то мне кажется, что тут сейчас нам не рады будет. Живее, Вита,
Марси! Нет! Нет! Мать! Его убили! Капец. Убили! Джо, Джо, пойдем, урода. Надо валить отсюда. Ты ему уже не поможешь. Клименты удирает. Да. Пошли! Я убью его. Капец. Ну я же говорил, что... Да, думали, это конец? А вот и нет, уроды. Ладно, осталось двое. Если они разделятся, ты только за клиенты езжай. Я умею водить, ясно? Просто держи пушку наготове. Не забивай голову, просто есть клиент, а он в черном лимузине. Ты не поверишь, Джо, я не слепой. Жми на газ, Питер. Я пытаюсь, Питер! Джо! Попал, придурок! Минус один. Неплохо. Дальше клименты. Я захожу. Осторожнее, Вита! Ты можешь же будешь по клименту стрелять. Сейчас тебе будет ближе. Мать, мы уже почти у него дома. Надо снять его быстро, Питер. Да, дрожись от страха, а? Эх, блин. Все, конец ему. Давай, все-таки проверим. Капец, все-таки добили. Капец ему. Капец. Это за Марти. Теперь точно капец. Вот теперь конец. Поехали ко мне. Теперь точно капец. Дай мне номер Эдди, я позвоню. А? Это Джо, дело сделано. Все прошло гладко? Нет, не гладко. Ну? Марти убили. Что? Убили Марти, мы бросили его там. Ладно, ладно, а Клименты? Труп. Хорошо, за парня не переживай, всякое бывает. Всякое? Главное, что делать, всякое бывает? Успокойся. Он был моим другом, понятно тебе? Джо, Джо, не капай мне на мозги. Полегче. Это была твоя идея, парня туда силой никто не гнал. Сожалею, но бывает, верно? Приходи завтра в Сокол за деньгами. Да, как скажешь. Сожалеет он сейчас! Слушай, давай полегче, да? Успокойся. Мне тоже очень жаль, но ты знал, чем рискуешь. Ты тоже? Эй. Задание было опасным. Ты взял его с собой, он погиб. Думаешь, на войне было по-другому? Эдди вообще паренька не знал. Нечего его винить. Иди домой. Ну, хорошо. Сейчас только переоденусь. Прости меня, малыш. Прости. Надо было подписывать его под такую делюгу.
Отправляйтесь домой. Так, ладно. Погнали. Тут мы сейчас домой проезжаем и этот миссия пройдена больше. Так, давайте. Где моя точка, слушаешь? Ой, Мать, а ты то хоть что-нибудь, поехали. Пойдет. Так, ограничения мы пока не выключаем, едем домой. Я здесь пусть пройдем, как пока едем, не нарушаем ничего. Аптаун. Ух ты, блин, близко как было. Епта, блин, как опасно было. Это было опасно. На бугорок можно поддать. Погнали, погнали. Едем, едем до дома, до хаты. Кино такой женский. Это... Как на велосипеде. Пип-пип-пип-пип-пип. 60 км в час летит нормально, слышишь? Бензинчик есть? Нормально, доеду домой. Привет, привет, ребята, привет всем. Ой, еще тут наши друзья. С нами еду, да? Че, повернуть? Да ёпты, блин, то ж что-то ж такое. Да вам, прям нам по пути идти, да слава. Яйца, да, мы свернули. Хорошо, поехали. Ух ты, блин. Так пальчик влезет сюда. Ай, фак. Ты чё, куда ты на встречку вылетаешь? Вот тут поротый, блин. А, мы тут уже и приехали, да? Короче, погнали. Припарковались, так пойдет. На газон все равно покосить надо. А это не мой дом? Сорян. Мой дом от флага, забыл. Так, ладно. Короче, надо пойти поспать, да, я так понял. Лечь спать, ребята. Да, я знаю, я думаю, мы прошли главу 10 уже, да. Я думаю, да. Чё, нет? Ёпты, блядь, да сколько ж можно? Да возьми ты телефон. Алло. Алло, это Виту? Кто спрашивает? Меня зовут Леон. Я бармен из «Одинокой звезды». Мне ваш телефон дал Джо Барбара. Он ваш друг, я правильно понимаю? Да. А что такое? Да вот, старина Джо весь вечер глушил мой лучший вискарь, все болтал про какого-то Марти, а теперь совсем расклеился. Вы о чем вообще говорите?
Мужик, твой друг с катушек съехал. Вытащил ствол и давай им размахивать. Никто не может его успокоить. Здорово. Послушай, я не хочу себе осложнений. Просто забери его отсюда, пока он кого-нибудь не подстрелил или полицию не вызвали. Вито, приезжай и забери своего алкаша отсюда. Ты едешь или как? Ладно, сейчас буду. И еще. Не наливай ему больше, пока я не доеду. Я-то попробую. А если он права качать будет, что делать? Так, если ты не прекратишь его поить, я тебе наваляю так, что мало не покажется. Въехал? Я понял, все понял, только быстрее. Так, сколько в баре сейчас народу? Пока я один. Час назад была толпа, но теперь как-то рассосалась. Отлично. Слушай, запри лавочку, пока я не доеду. Буду через минуту. Я понял. Так, я понял. А где эта одинокая звезда, блин? Ребят, ну я все равно не успею. Времени уже мало, меня осталось. Просто не запишется все. И я думаю, мы все-таки уже прошли. Финал будет в любом случае на втором ролике. Заберем Джо. И, короче, и приступим к следующей миссии. На этом мы закончим. Всем огромное спасибо, ребят, за вашу поддержку. Спасибо за ваше уделенное время. Всем крепкого здоровья. Опять не болейте. Мирного неба над головой. Всем спасибо, кто подписался на канал. Кто просто смотрит, не подписавшись, подпишитесь. Вот, буду за это вам благодарен. Также буду рад видеть на канале моих друзей. Их найдете в описании. На главной странице на канале, в рекомендациях. Также можно пройти по ссылочке в Discord. И там есть дружественные каналы, кому-то там тоже можете найти себе друзей и знакомых. Также буду рад видеть вас и на канале в Discord. Где? Ссылочка в описании под видео будет. Все, ребят, всем добра-бобра. До встречи на канале.